А чё вот вы вышли ко мне в прямой эфир? Чё думаете, я тут что-то интересное, что ли, буду рассказывать? Привет, ребятулечки. 100 лет уже не была в прямом эфире. 35 человек, капец просто. Чё, уже 39, ничего не скажешь. Ну чё, я знаете, что хочу сказать? Не хотите ли вы мне помочь с просмотрами на Рутубе, а? Я в Телеграме ссылочку оставила. Вот, там видео очень интересное. Я на шопинг ходила в этот магазин Sensei. А мне вот, я тут поспорила с человеком, нужно 5000 просмотров. Можете мне помочь, пожалуйста? 30. Мне 30. Вообще-то уже неприлично у женщин спрашивать, какой у них возраст. Что за дурацкая маска? Неужели там нету нормальных? Я посмотрела. Блин, да, ребят, вы, конечно, большие молодцы, что смотрите, но мне бы хотелось, чтобы вам реально было это интересно. Но... Ну, конечно, я была бы не против, если бы вы просто смотрели, потому что я вам нравлюсь, и, типа, вообще пофиг, что смотреть. Но мне пипец как нужно, чтобы был этот, чтобы, короче, были просмотры там, потому что, ну, это потому что нужно. А я, к сожалению, не могу делать здесь рекламу, потому что две конкурирующие площадки. Вот если вы можете, сделайте, пожалуйста, в своих сторисах. Расскажите в своих сторисах про мой новый ролик, отметьте меня. Буду вам очень благодарна. Даже к себе отметочку сделаю. Только ссылку обязательно на Рутуб канал. Приветики из Казахстана. Привет, Казахстан. Как у вас погода там в Казахстане вашем? Привет, ребят, кто там присоединился? Привет из Североморска. Приветики. Пистолетики. Ну так что, ребят, есть желающие помочь мне в данной ситуации? Я вообще на самом деле не понимаю, почему люди сидят на Ютубе. Все блогеры ушли на Рутуб. Вообще все просто. Знаете, там сколько интересных? Вы тоже заходите туда. Девочки, будут вопросики какие-нибудь у вас? Что-то голова болит, у нас погода меняется. А я сегодня где только не была, и у косметолога, и у психолога, и на тренировке. У меня прям режим такой нон-стоп. Где живешь? Я в Мурманске живу. Куда с холода? Ой, спать хочется. Слушайте, ну на самом деле вот несколько дней погода прям очень хорошая стояла. Сегодня просто пасмурно, но комфортная температура. Привет, Дальний Восток. Привет, Варшава. Как у вас там дела? Ой. До Питера 3-4 дня доставка у нас. А, я же, кстати, вам хотела рассказать там. И временно этот инстаграм у меня будет принадлежать моему шоуруму. Поэтому можете здесь смело оформить заказ.
Я вообще ничего не думаю, не смотрю телевизор, мне неинтересно это абсолютно.